Привет всем, привет, семья DV. Спасибо, что присоединились к нашему прямому эфиру на Фейсбуке. Мы рады поделиться с вами новостями. Надеемся, что вы отлично провели выходные. Мы сообщим вам новую информацию. Сначала мы поговорим о международном расширении. Это очень важная тема для нас, мы вплотную этим занимаемся. Мы собираемся распространить наш бизнес по всему миру. Мы будем делать по плану, систематически. Мы уже упомянули 6 стран, над получением лицензии, в которых работаем в настоящее время. Когда мы начнем работу в других странах, она будет проходить в 3 этапа. Это предварительный запуск, сам запуск и официальное присутствие, когда мы действительно будем присутствовать в стране. Мы будем работать в надлежащем порядке над открытием в каждой стране, с тем, чтобы все могли получать комиссии, зарабатывать баллы и, в общем, получать опыт в DVSocial, за которым пришли. Позднее на этой неделе мы предоставим вам конкретный план этой работы. Это все, что я хотел сказать на эту тему. Давайте поговорим о приложении. Наверное, все интересуются этим вопросом, что происходит с RankShare, как проходят бета-тесты. Все идет невероятно успешно. Мы предоставили приложение двум разным группам, получили множество положительных отзывов, негативно никто не высказывался. Так что пока этот этап запуска идет успешно. Теперь мы собираемся предоставить приложение расширенной группе. Это будет следующим шагом. Если он пройдет так же хорошо, как первые два, мы рассчитываем предоставить приложение всем вам очень скоро. Для тех из вас, кто не участвует в тестировании, после этого эфира на Фейсбуке мы опубликуем видео, в котором покажем, как работает приложение, и вы увидите, что вас ждет. Мы получили множество вопросов и должны уточнить это еще раз. Мы будем предоставлять видеозадания RankShare в максимальном количестве 5 в час. Это не значит, что вы будете получать 5 заданий каждый час. Мы будем предоставлять настолько много видеозаданий, насколько сможем, в зависимости от того, насколько много в день мы будем получать их от рекламных сетей. Большинство роликов от 12 до 15 секунд. Самый длинный из них пока длится 22 секунды. Так что вы сможете просматривать их очень быстро. Пожалуйста, скачивайте приложение, которое вас заинтересует. Я не знаю, может быть, будут и более длинные ролики. Но мы знаем, что для того, чтобы удержать внимание родившихся в 21 веке, нужно делать видео по возможности короче. Следующий пункт, по которому мы поговорим, это другие задания RankShare. Как только мы запустим видеозадание, и эта часть RankShare будет успешно работать, мы будем рады запустить другие виды заданий RankShare. Мы заключили контракт с рядом компаний, которые пока называть не будем, но очень скоро вы сможете увидеть другие типы заданий RankShare. Это очень просто. В RankShare будет множество разных типов заданий. За них будут платить баллы и комиссии всех типов. Мы хотим предоставить вам возможность получить максимальное количество баллов. Мы, без сомнения, хотим, чтобы вы строили большую успешную организацию с партнерами и бесплатными участниками, и чтобы все они получали вознаграждения и привилегии благодаря участию в DVSocial. Мы получаем множество вопросов о том, зарабатывают ли сейчас те, кто занимается тестированием, получают ли они баллы. Ответ отрицательный. Мы только тестируем систему. Мы все будем в равных условиях. У всех будет возможность получать одинаковое количество баллов и количество комиссий в зависимости от вашей структуры. Мы запустим программу с одинаковыми правилами для всех. Последний пункт. Хотя, может, будет еще два. Давайте поговорим об обновлении профиля. Работа идет успешно. Мы тестируем определенную технологию, API, интерфейс программирования приложения. Мы ожидаем, что профильная часть системы будет готова, возможно, в среду. Вместе с этим очередь будет за вами. Как только вы обновите большую часть информации и загрузите свое фото в бэк-офис, мы сможем снова открыть регистрацию. Регистрация будет работать одновременно с программой RankShare, и это будет уже официально работающий бизнес. Есть какие-то новости по поддержке пользователей? Да, есть пара новостей. Наконец, можно сказать, что мы уже почти догнали вас в плане ответов на ваши вопросы. Мы долго и усердно работали, но с этого дня мы сможем отправлять столько же ответов, сколько получаем запросов. Так что мы двигаемся вперед, догоняем вас, и наша цель, чтобы вы были довольны и наш пользовательский опыт был положительным. Скоро мы ответим на все ваши обращения. Спасибо за ваше терпение и понимание. Последнее. Если у вас есть другие вопросы, по которым вы хотите узнать новости, сообщите нам их в любой форме, и мы постараемся ответить по мере наших возможностей. Спасибо за ваше терпение. Увидимся в 5 вечера завтра. До завтра.